История любого современного самолета начинается задолго до того, как он впервые поднимется в небо. Прежде следует бесценный опыт, накопленный предыдущими поколениями. Затем предвидение ученых, талант инженеров и конструкторов. Лишь вобрав в себя все лучшее и новое, самолет может стать неповторимым и уникальным. Его лицо – выверенные аэродинамические формы. Его одежда – сдержанный камуфляж строевых машин или вызывающий яркий цвет пилотажных групп. Его сердце – двигатель. Душа самолета – это труд людей, создавших могучую птицу. И, наконец, мозг самолета – хитросплетение проводов и электронных схем, во главе которых находится летчик. В самолете, как и в человеке, все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Техническое проектирование фронтового истребителя МиГ-29 началось в 1970 году. Происходило это на фоне менявшихся представлений о роли подобных самолетов в воздушном бою. Пищу для размышлений дали военные конфликты, которые происходили в мире на рубеже 60-70-х годов. Сопровождались эти столкновения активными боевыми действиями в небе. Причем одна из противоборствующих сторон непременно имела на вооружение самолеты советского производства, в частности, истребители МиГ. Да и в целом, мировую истребительную авиацию второй половины 20 века невозможно представить без самолетов этой марки. Опытно-конструкторское бюро МиГ являлось законодателем моды в области боевой авиации. История этого коллектива заслуживает отдельного рассказа, поскольку это первое слагаемое будущего успеха МиГ-29. Середина 30-х годов 20 века. Основными советскими истребителями